кросс-эйсид. Этот слайд требует хорошей растяжки и силы ног, поэтому тренировку начинаем на месте, предварительно разогревшись. Слайдящую ногу заводим за ту, на которой стоим. При этом нужно сильно присесть и вывести слайдящую ногу максимально вперед. Нога, которая слайдит, остается без нагрузки, а вес остается на той, которая едет. Важно не заваливать корпус вперед, а держать его ровно или отклониться назад. Руки ставим вдоль движения, они играют важную роль в балансе. Получается? Пробуем на скорости. Ногу можно заводить или ставить. Кросс-эйсид может показаться сложным, но он открывает путь к более трудным и интересным слайдам. Не бойтесь пробовать и тренироваться.